что за история была с Димашем, потому что были новости о том, что он от вас, значит, ушел. Всем привет, вы на канале Big News. 8 октября на YouTube-канале Супер в шоу Алена Блин вышло интервью с Игорем Крутым, где Игорь Крутой раскрыл детали истории, из-за которой развязалась настоящая война авторитетов шоу-бизнеса. О последних событиях в его творческой карьере, о конфликте с Максимом Фадеевым, с Эмином Агаларовым, а также про нашумевший скандал с предательством Димаша, который якобы от него собирается уходить. Вот вырезка из самого интервью. Что за история была с Димашем, потому что были новости о том, что он от вас, значит, ушел к какому-то корейскому продюсеру, что-то там происходило, какой-то был скандал. Никакого скандала не было. Человек, которого вы все знаете, заказал кучу статей, что у меня с ним взаимоотношения личные взаимоотношения на сексуальной почве. Вот меня можно обвинить во всем. В наркомании, в алкоголизме, но не в этом. Писать, и вся что у вас моя с жизнь, роман. И вся моя жизнь яркий пример тому, что не это. Но для людей, которые пользуются грязью, и чтобы только запачкать, святого уже ничего нет. Поэтому, а моя привычка не отвечать грязью на грязь позволила какое-то время в Инстаграме крутиться всей этой чуши. Но уже когда я в Инстаграме выставил свою боксерскую тренировку. И спросил, как вы считаете, кого я представляю, когда это делаю. Ну, часть людей поняли, о ком речь идет. И написали в комментариях. Да. Мы найдем этот пост. Ищите. Чтобы хотя бы так прозвучало. Ищите. Тогда все успокоилось. А так, конечно, многочисленная армия поклонников Димаша. Они замерли, это же противно. При всем том, что шоу-бизнес грязный, есть какие-то буйки, за которые нельзя заплывать. Здесь же был заплыв такой. Какой мощный заплыв. Ну вот, а теперь поделитесь в комментариях, для чего это все нужно и какова цель данных статей.